И снова я с очередной обновкой. В гости не зову, стулья ж марки, а вот на видео покажу. В этот раз повезло мужу, покрывало на его кровать. Вот готова задняя панель. И такая плотная подкладка в середине будет. Ну, в общем, я решила, наверное, остановиться на таком варианте. Вот эта ткань у меня уже есть здесь на шторах. Поэтому думаю, что ее нужно использовать. Ну и вот есть такая ткань. Нужно было из этих полосочек что-то выбрать подходящее. Ну, пока так. Катастрофически не хватает еще одной руки, чтобы снимать. Ну, или бесплатного режиссера. Вот складываем и складываем и складываем и заглаживаем, чтобы была толстая полосочка. Вот, в конечном счете имеем себе такую плотную поворозочку, ленточку. Теперь подготовили следующую панель. Присоединили ленточку. Следующий этап будем сейчас потихонечку собирать. Вот нижняя панель у нас уже готова. Верхняя панель готова. И сейчас мы будем это прикреплять сюда. Вот так вот. Вот так. Нарезаем панельки для боковых оборочек. Теперь приметаем оборочку. И вот конечный результат. Я там несколько моментов пропустила, когда шила, очень торопилась. Ну, покажу вам конечный результат. Вот это вот все сочетается. Костюм я уже показывала. Вот здесь эти бирюльки. В общем, ну, так скромненько, но со вкусом. И меняется цвет в зависимости от освещения.